Всем привет, ребята! С вами Ал Профессионал, и сегодня вы вместе с Алексисом и Нубиком мы продолжим выживать на Скайблоке. Но если ты любишь смотреть Майнкрафт, обязательно подписывайся на наши каналы, нажимай на колокольчик, ну и конечно же, поставь лайк под этим роликом, чтобы у нас все получилось. Что, в предыдущем ролике мы что с тобой построили? Колодец и генератор булыжника и дерева, по-моему, заново посадили, да? Это все, что мы успели сделать за такое долгое время. Мы, по-моему, 2 дня выживали, да, на острове? Да, было около 2 дней. Долго, довольно-таки долго. Но, в принципе, это не все. Если честно, мы сделали. Давай покажем нашим ребятам, что мы смогли накрафтить с помощью булыжника очень, нашего. Очень долго. Да, очень много. Накрафтили много-много булыжника и еще разбили наш остров. Сейчас он состоит из одного блока. Он состоял из 3 или 4. Мы все это пособирали. И тут, грубо говоря, насобирали аж 48 единиц земли. Можно нам с тобой быть, наверное, тепличку сделать, чтобы мы кушать ее, да? Чтобы можно было что-то кушать. Ты занимайся тепличкой, а я буду, наверное, вот это дерево разбивать, может быть, что-то добуду тогда. У нас просто 6 семян. Нам хватит 6 семян для того, чтобы огородик начальный какой-то построить? Ну, смотри, мы можем, в принципе, это все построить, а потом, если на крайняга, допустим, мы раздобудем побольше семян, просто-напросто посадим их побольше. А пока что просто сделаю большую-большую тепличку. Для начала нормально. Ну, для, да, начала, для начала сойдет, я думаю, да-да-да. Потом из 6 будет 12, да, либо как-то так оно там увеличивается в 2 раза. Да-да-да. Короче, у нас там будет все нормально. Единственное, что надо просто разрушить немножечко, не разрушить, а сделать побольше площадочку под нашу с тобой тепличку. Я сейчас здесь вот за нашим колодцем сделаю. Знаешь, что могу делать? Что-что? Я, кстати, могу, в принципе, тебе помочь, да? Помочь ну, тебе сейчас? Можешь, в принципе, разрушить. Могу дерево разбивать, да? Ну да, разбивай лучше дерево. Подожди, а то я случайно поставил один блок не там, где нужно. Ну ладно. Сейчас мы попробуем сейчас с тобой сделать. Тогда это дерево, и может быть тогда новое посадим, потому что у меня уже здесь 4 саженца, а в сундуке... Ой, тут 3. В сундуке еще 3, да, 7 саженцев. Да, там нормально, хватает там тех саженцев, наверное. Я сажу где-то, но нужна территория, нужно посадить где-то на... На земле. На какой-то земле. Ну смотри, слушай, ты можешь... Поставь несколько блоков из земли просто вместо камня. Давай, давай, окей. Вот, да-да-да, все, отлично. Я туда буду саженцы сажать. Сейчас, я поставлю 3 блока, хватит? Вот так вот. Да, типа шахматном порядке. Ну давай 4 вот так вот. Давай, либо 3. Сейчас, подожди, сейчас чуть-чуть. Да, чуть-чуть сейчас дальше сделаю. Так, и, кстати, раз. Знаешь, что ребятки просили, чтобы мы построили уже... Не туда поставим блок. Да, сейчас все поставим. Мы построили себе какой-то домик. Какой? Я не знаю, наверное, из камня будем строить. Ну, из булыжника, да, у нас просто больше ничего нету. Сейчас я, наверное, еще разобью, а то у меня тут больше булыжника-то нету. Смотри, хватит пока что 3 дерева или сделать побольше еще? Ну, хватит, я думаю. Нет, хватит. Лучше огородик сейчас. Окей, тогда я сделаю сейчас еще огородик, возьмем водичку. А, у нас есть же водичка, зачем? Что-то я... Да, у нас здесь, ребятки, колодец крутой, водичка здесь никогда не заканчивается, это мне профессионал научил. Да, ты забрал мой, по-моему, кусочек земли, ну ладно, я на тебя не в обиде. Какой кусочек земли? Нет, я ничего не забирал. Забирал, ну ладно, забей. Так, сейчас мы вот так вот сделаем, и у нас тут будет вот такая вот огромная тепличка, и тут будут расти крутые наши саженцы. А почему так много? А мы потом с тобой, если что, добавим ее еще потом. Будет у нас такая большая тепличка. Будет? Ну да, чтобы у нас большой огородик был. Зачем нам маленькая тепличка? Себе. Мы потом с тобой у это все... У нас всего только 6 саженцев. Так, ладно, давай я тогда буду, наверное, добывать это дерево. У нас топорика просто нету. О, буду всё, руками отлично. Делать все. Да-да, давай. Нужно... Что, нужно скрафтить кирку, да, мотыгу. Чтобы... Мотыгу надо мотыгу, скрафтить. Да, точно. Да, скрафти мотыгу. А я пока водички, наверное, сюда залью в нашу с тобой, в наш с тобой огородик. Давай, его, в принципе, навально будет, хватит. Последнее дерево. Так, я сейчас вспомню, как это все крафтится. Потому что я, если честно, подзабыл. Так, немножко подзабыл, доски, ну ничего, вспомни. Да, нужны доски. А из чего делать? Из камня делать или из грязи? Если есть, делай из камня, он будет дольше служить нам. Так, все, отлично. Да. Все, в принципе, я заполнил водичкой. Давай, жду тебя. Я, хорошо, значит, мотыгу делаем, да? Да, я саженцы взял, давай. Если что, делаем мотыгу и пошли. Еще, знаешь, что я сделаю? Я еще, наверное, сделаю кирку. Пусть она будет. Да, кирка нужна. Даже 2 кирки сделаем, потому что у нас уже кирки закончились. И еще нужно, что нам еще нужно? Топорик, да, еще нужен? Ну, для того, чтобы дерево рубить, в принципе, можно. Там тоже из булыжника можешь скрафтить, да, хотя бы один какой-нибудь топорик. Чтобы он был. Я уже нормально так накрафтил. Так, давай я обработаю почву тогда. Вот эту вот почву брать, обрабатывать всю, да? Да-да, обрабатываю ее. Ну, может, не вокруг, просто обработать там штучек 6. Ну, в принципе, обработай, ладно, если чем, потом ее подсадим попозже. Так, так все отлично. И я сажу тогда саженцы, да? Ты взял, вот, да, я взял.
Прям как сколько? Здорово. Штучек 6 пошло, сотни, потому что больше нету. Ну, да, наверное, всё. Всё. Вот наше будет начало нашего огородика. Я думаю, что со временем мы его полностью все засадим. Это, кстати, да. Вы знаешь, ребята вот дали нам такое вот небольшое задание расшириться и построить домик. Кстати, ребятки, пишите в комментариях, что нам делать в следующем ролике, и мы обязательно будем это выполнять. Ну, мы просто еще решили сегодня огородик сделать, хотя вот вы вроде не говорили, да? По крайней мере, мне ребята не писали об этом в комментариях, тебе такое не писали? Не, мне тоже не писали, но просто без огородика мы тут с тобой долго не протянем, потому что хочешь, не хочешь, конечно, а кушать, конечно. Как кушать-то нужно будет, правильно же? А я кушать очень сильно люблю, я вообще обожаю хлебушек есть. Да, хлебушек очень вкусный. Это самая вкусная еда. Кстати, ребят, напишите в комментариях, какая ваша любимая еда, что вы больше всего любите кушать? Ой, да, я больше всего люблю хлебушек кушать. Ну, сейчас ребята напишут. Ты хлебушек, я не знаю, что они там любят, я думаю, что что-то другое, наверное. А у нас есть еще сахарный тростник, а его можно посадить? Его нужно вроде где-то возле водички садить, да? Ну, давай попробуй. Не знаю, ли он здесь будет расти. Значит, нельзя, это, наверное, не семена тростника у тебя, просто тростник. Серьезно? А что-то может через этот его, через верстачок прогнать? Не, ничего не получится, не, давай, наверное... Получился сахар, слушай. А сахар можно посадить? Сахар можно скушать, можно тортик сделать, если есть желание. Блин, у нас ингредиентов нет, а нужно яблочки, чтобы яблочный тортик сделать, или пирожочек какой-нибудь. У нас грибы есть, прикольно. Да, у нас есть грибы, но грибы, наверное, суп. Суп разве что мы сделаем. Сейчас я посажу грибы. Грибы не сажаются, представляешь? Почему? Не знаю. Они в землю должны садиться, сажаться. Вот смотри, тут у нас есть доски, надо еще цельный блок. Иди вон, пожалуйста, сруби хотя бы один блок, дерево у нас как раз таки выросло. Хорошо. У меня как раз топорик здесь есть, я могу, в принципе, не один срубить. Ну, можешь срубить прям несколько, было бы неплохо. Ну ничего, нормально. О, точно, нормально, давай поможем, помогу тебе разбивать. Все, да хватит, хватит, на тогда 5 блоков тебе. Ну иди можешь их поставить, иди можешь сам их в печку поставить, ну ладно. Сейчас давай, я их в печку поставлю, у нас будет много-много уголька, отлично. Все, сейчас будет уголь, да? А, все, да, я сейчас вспомнил. Будет уголь. Теперь нужны нам что, палочки, да? Теперь, да, теперь нам нужны палочки, сейчас я задост таких сделаю прям всех. Будет у нас побольше этих палочек. Да, да, да. Ну, Таш, у меня же остались эти, что ты мне бросил. Вот. А, ну да, и сейчас мы сделаем с тобой. Уже есть 2 угля, все, теперь можно делать, в принципе, факела. Сколько, давай, сколько нам нужно факелов? У меня есть 8 штук их. 8 штук их. 8, да. Вот, дай мне 4. На тебе тогда все их, в принципе, можешь забирать, пока осветлять, а я пойду еще, знаешь, что добуду? Дай мне топорик, пожалуйста. Есть у тебя топорик? Там вот, по-моему, еще несколько блоков сейчас срублю. Да, давай мне топорик, сейчас я сделаю еще. Я вот сюда вот по углам пока поставлю, да? Так, пам. Да, ставь, ставь, ставь. Я просто обожаю, когда все светло здесь. О, отлично, смотри, тут у нас еще один блок есть, у нас сейчас еще будет 4 факела. Отлично, хорошо. Смотри, как теперь у нас здесь круто. Мы теперь ночью можем с тобой выживать. Да, мы все, что хочешь, можем делать. А какие-то там зомби могут вот сюда отсюда прийти к нам? Конечно же могут, надо немножко огораживаться. Все, смотри, а, точно, давай, давай, да, нормально будет. Отлично. Здесь у меня больше ничего нету. Здесь можно. Честно, мне так сильно нравится здесь выживать. Вообще отлично, да? Смотри, как прикольно, у нас колодец, потом тепличка, и можно где-то рядышком домик еще посадить, правильно же? О, смотри, уже рассвет, в принципе, круто. Днем намного интереснее играть. А ты что, там кровать делаешь? Да, я уже сделал 3-6. Шерстяных блока. Смотри, у нас тут дубок вырос. Мне нужно еще несколько досок деревянных. Пойди, пожалуйста, принеси. Будет у нас пока что с тобой одна кровать. Потом мы с тобой поохотимся еще на пауков злых. Еще добудем немножечко нити. И сделаем тебе еще тогда кровать. Ну, не тебе, а еще одну. Пока будем спать на одной, да? Временно, так сказать. Да, да, по очереди, по очереди. Давай, наверное, несколько досок сделай, чтобы у нас уже были с тобой. Да, да, да. Ба-бам. Короче, 12 досочек я сделал. 12, в принципе, хватит. Давай, не. Да, сейчас мы сделаем кроватку. Ты забрал их или... А нет, все, у меня они. Так, ну что же, и теперь мы сделаем кроватку. Будет она беленькая кроватка, будет очень и очень крутая. А нет, красненькая даже. Поставь ее где-то вот сюда. Вот, куда, наверное, куда? Вот. Это вот сюда вот поставь, чтобы она там не свалилась. Ну давай, давай, ладно, таки быть. Давай вот сюда мы ее поставим, о, если что, сбоку, да? Я пошел спать. Да, давай. А что, я не могу спать? Днем нельзя спать. А я всю ночь работал, как нельзя. Да, ну, видишь, такая несправедливость. У нас тут получается, ну ничего, да. Ничего. О, смотри, тут мы с тобой еще чуть-чуть дерева сейчас раздобудем, и можно будет еще один саженец раздобыть, и потом, если что, обратно посадить еще один стак. По-моему, даже яблоки иногда выпадают. Да, тут можно, в принципе, иногда и с помощью деревьев и питаться, если яблоки будут выпадать. Они, правда, немного там сердечек, по-моему, добавляют, но все равно там чуть-чуть дают нам сил с тобой, чтобы пережить это все. Ну, в принципе, неплохо довольно-таки. Давай, наверное, посадим еще один саженец. Посади, у тебя, по-моему, не все, да? На место. Да, здесь у меня, да, здесь у меня 3 саженца и па-бам. Все, всё, ну, в принципе, отлично. Готово, да? Да, ну, в принципе, вот наш сад обратно же, в принципе, растет. Мы немножечко деревом разжились и даже построили сегодня с нубиком Алексисом одну крутую-прикрутую кровать, где будем периодически спать. Наверное, по очереди, да? Ну ладно.
Ну что же, ребята, на этом мы свой видеоролик будем заканчивать. Если он вам понравился, обязательно поставьте лайк. И напишите в комментариях, что нам еще сделать в следующем ролике. Ну а с вами был Ал Профессионал и... Нубик Алексис. Всем пока! Пока-пока!